День города, наверное, самое ожидаемое и масштабное событие этого года. Для улан-удэнцев развлекательные программы проходили на различных локациях, площадях, в парках и скверах. По традиции, старт празднования дня рождения столицы был дан с площади Советов. Традиционного шествия трудовых коллективов в этом году не было. Его отменили из-за соображений безопасности. Вместо этого организаторы подготовили полуторачасовое представление с песнями и танцами. В целом, прошедший год для Улан-Удэ выдался плодотворным. Сдавались в эксплуатацию сады и школы, обновлялся общественный транспорт, преображается центр города. Продолжается у нас благоустройство города. У нас также общественные территории, дворовые территории продолжают благоустраиваться. Я могу много рассказывать, на самом деле, то есть обо всем. То есть мы поликлинику в этом году, две поликлиники в городе делаем. На торжественном открытии Дня города были награждены и те, кто внес большой вклад в развитие столицы Бурятии. Электрики, дворники, председатели ТОСов, архитекторы и другие. Ну, во-первых, мы гордиться можем и обязаны нашими жителями, нашими людьми. За то, что они в нашем городе, мы в нашем городе живем как единая семья. Готовы в любой момент прийти на помощь друг другу, подставить плечо. И несмотря на то, что мы вот все разные. Абсолютно разные, со своим характером, своей верой, со своим менталитетом. Мы действительно чувствуем себя одной семьей. Поздравили улан-удэнцев с этим славным праздником депутаты республиканские и городские. Город Улан-Удэ – это один из самых уникальных и самобытных городов Российской Федерации, обладающий богатым культурно-историческим наследием и большим туристическим потенциалом. Но главное богатство города – это многонациональный народ, который вместе живет, вместе трудится в мире, дружбе и согласии. Впереди у нас большая работа. Уверен, что мы справимся вместе с вами с любыми задачами. Потому что мы, улан-удэнцы, самые творческие, активные и трудолюбивые люди. Спасибо вам за это! Праздничная программа на площади Советов продолжилась вечером. С 17:00 до позднего вечера на главной сцене выступали звезды бурятской эстрады и танцевальные коллективы. А вишенкой на торте стало лазерное шоу, которое никого не оставило равнодушным. Руслан Хороших, новости дня.